дорогие друзья, не так давно у нас отремонтировали площадь Блюхера, новую плитку положили, новые пространства создали. Сейчас прогуляемся, посмотрим, что есть. Ну, вот на первое, что обращаю внимание, да, вот такая небольшая зона, скамейки. На первый взгляд все чисто, красиво. Место для парковки велотранспорта, что очень хорошо, потому что таких мест практически нет. Беседки. Здесь, наверное, у нас какая-то палатка торговая. И первый минус, конечно, это благоустройство, точнее, содержание. Песка что-то очень много, все разбросано. Да. Главная проблема у нас какая, что что-то хорошее сделают, но вот содержать качественно объекты у нас всегда не могут. Есть над чем поработать. В этой палатке располагается пост охраны на площади Блюхера. Вернее, это уже даже не площадь, уже пора переименовать, как парк, да, назвать его. Детский парк небольшой. А эту игрушку для детей тестировал лично Дегтярев с Кравчуком. Вместе решили поиграться. Дайте Михаилу Владимировичу покрутить крутилку. Как раз, впрочем, нас должен заниматься губернатор. Самое то. Вам нравится? Ну и как всегда, я говорю, что проблема у нас одна, содержание таких объектов. Сделаешь что-то красивое, а вот содержать этот объект нормально, к сожалению, не могут. Пустая качеля, будто привидение качается. Здесь должна быть какая-то река небольшая, да, маленькая дорожка. Вот такой вот бастион для детей, для горка. Настольный теннис, да, для любителей. В целом приятное место, да, в принципе все красиво, только не хватает, чтобы его хорошо содержали. Вовремя все убирали. Здесь есть обозначение. Вот написано АФА Групп, Федеральная Республика Германия. Немецкое все оборудование. Правила поведения на площадке. Так, ну вот даже бутылки кто-то оставляет. Какой-то еще мусор небольшой. Опа. Пространство очень маленькое. Подходит только для детей. Общий вид на площадь Блюхера. Есть такое колесо с насосом для детей. Гамаки, чтобы расслабиться. Да, идешь куда-нибудь по делам. Можно прилечь. Качели. На этом все, дорогие друзья. Спасибо всем за просмотр.